Ну вот и начинается Шаумянский перевал. Все, хорошая дорога заканчивается. Еще впереди пыль. Мы будем ехать не спеша, закрыли все окна, чтобы пыль не попадала в салон. Конечно, под дождиком небольшим преодолевать эту дорогу приятней. Тогда не так пыльно. Вот эта дорога. Проехали мы самый такой опасный участок дороги. Дорога узкая, пыльная. Но здесь тоже еще пока не очень хорошо, но мне кажется, немножко полегче будет. Так что кое-где есть участки асфальта. Вот сейчас проехали мы метров 10, наверное, не больше, и на самом верху перевала. Сейчас мы с перевала спускаемся. Скоро он закончится. И скоро выйдем на асфальтированную дорогу. Видимость, конечно, ужасная. Пыль стоит столбом, как туман. И некоторые еще при такой плохой видимости просто стараются обогнать друг друга и создают опасные ситуации. Там не было знака на бомбе.
Там был запрещенный вход? Нет. Он там уже разрешен. Просто с низкой посадкой машины, они очень медленно едут. В некоторых местах, как говорит наш водитель, обгон разрешен. То есть они нарушали, но все равно я считаю, что если видимость плохая, ограниченная из-за запыленности, то лучше уж поехать медленно и никого не обгонять. Движение есть и в одну, и в другую сторону. Водители, в принципе, все едут спокойно, не нарушают, не обижают друг друга. Но нельзя сказать, что дорога прям такая легкая. Ну, сложная дорога, я бы не проехала. Но если водитель с опытом, со стажем, то можно, не опасаясь, ехать по Шаумянскому перевалу. Вот мы тоже немножко обогнали колонну машин. Ой, ура! Асфальт. Конечно, машина вся в пыли, серого цвета, стекла запыленные. Но радует то, что мы проехали опасный участок этой дороги. Вот и закончился Шаумянский перевал. Да, Коля? Да, начался поселок Шаумян. Да, и начался поселок Шаумян. Мы въезжаем в поселок Шаумян.